Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном видео. И с этого урока я начинаю серию уроков по замечательному расширению, которое я не так давно для себя открыл. Раньше я понятия не имел о существовании расширения Gridbox. То есть об этом расширении у нас и пойдет речь. Я буду делать серию уроков в YouTube. Что это такое, с чем это едят в этом видео. Итак, если вы хотите делать э, в первую очередь лендинги на Joomla с использованием админки, то есть многие пишут, что хотелось бы там, например, чтобы в Adobe Muse была админка, или хотят натянуть шаблон, э, сделанный на Muse на Joomla или WordPress, да, вот это все теперь уже стирается, это все не нужно, потому что у нас есть замечательное расширение Gridbox. Сразу хочу сказать, те, кто хорошо знаком с расширением... SP Patch Builder, это расширение сильно проигрывает расширению Gridbox. Это новый инструмент, ничего подобного я раньше не видел. И самое главное, прост в понимании. И не нужно знать никакого кода. То есть, смотрите, вы можете после прохождения моих уроков взять инструмент Gridbox, потренироваться, создать для себя несколько лендингов и сразу искать клиентов, заказчиков, чтобы зарабатывать на этом деньги, реально. В чем плюс? В том, что, как я уже сказал, он очень прост. Здесь идет принцип, знаете, принцип конструктора VIX. То есть то же самое, только представьте, это все то же самое на джумле. По сути, это конструктор лендингов. И в чем еще момент, даже если вдруг у вас возникнет какой-то проблема или где-то будет нужно править код, то служба поддержки, то есть разработчики данного расширения, ответит на ваши вопросы через форум поддержки. И самое главное, что разработчик русский. То есть, если вы не знаете английский язык, проблем никаких не будет. Он вам подскажет, поможет там, где нужно вставить какой-то код, где-то что-то подправить, если вдруг такое будет нужно. Но, по большому счету, здесь такое вам не понадобится. Здесь все делать с руками. То есть в режиме реального времени вы перетаскиваете блоки. То есть это намного удобнее, чем SP-patch builder или похожие конструкторы или похожие компоненты. Итак, сразу давайте, прежде чем я дальше начну рассказывать, я вам покажу, какие лендинги можно делать. На этом замечательном расширении. Вы можете сами перейти на сайт разработчика. Вот адрес вот здесь. Кстати, недавно у меня был курс про галерею. Модная галерея для Joomla. Это как раз-таки тот же самый разработчик, о котором сегодня я вам говорю: да? то есть о другом его расширении. Значит, смотрите, переходите на сайт. И вот первая ссылка, да, Gridbox, это название этого расширения. Кликаем по этой ссылочке. Здесь, не обращаем внимания, что сайт сделан для англоязычная аудитория, сама техподдержка на русском языке. Здесь, конечно, можете читать, знакомиться. И вот просто я хочу вам ниже показать примеры. То есть готовых лендингов. Во-первых, эти все лендинги можно будет взять на редактирование. То есть если вы не любите делать что-то с нуля, вы берете эти лендинги на редактирование. Как это все делается, я позже расскажу. Я сам лично не люблю такое, лучше делать э, уникальный дизайн, потому что как раз Green Box это позволяет. То есть, смотрите, еще вот одно преимущество: вам не нужно искать какой-то теперь шаблон. Вам шаблон на джумлу вообще теперь не нужен. То есть, если вы делали на SP-patch builder, вам хоть какой-то шаблон да нужен был бы. Даже элементарный родной шаблон Joomla вы бы использовали. А здесь прелесть в том, что вы конструируете блоками свой дизайн. Понимаете? шаблон больше вам не нужен. Не надо покупать, искать, у вас будет свой шаблон. Ну и просто вы можете перейти, прям кликнув, например, по одной из миниатюре, да, чтобы посмотреть, какие лендинги можно делать на Gridbox. То есть слайды, все это есть как бы уже внутри. Анимация, практически все можно заанимировать, таймеры, счетчики. В этом месяце, в июле, конец уже месяца, разработчик обещал, что будет еще всплывающее окно, то есть Lightbox. Конечно же, если сравнить его с SP Page Builder, здесь э, меньше просто возможностей. Почему? Потому что сам компонент молодой. Но я вам сразу хочу сказать, он очень быстро развивается. У него каждый месяц выходит обновление. То есть каждый месяц выходят какие-то новые фишки. И уже самое основное, все, что нужно для лендинга, здесь уже есть. То есть видеофоны, параллаксы, все это имеется. То есть вот так выглядит э, шаблон. Можно делать скошенные блоки, тени. То есть тут идет принцип контейнер. Добавляется контейнер. Э, то есть элементарным образом э, очень похоже, если вы сталкивались с созданием лендингов на Adobe Muse чем-то похоже. Но больше всего даже похоже на Webflow, если вы пробовали этот конструктор, да, но там есть большой недостаток, что это онлайн-сервис. Здесь же у вас это родной движок, то есть Joomla на движок ставится этот компонент, и все, работаете, делаете. И здесь есть поддержка выгрузки шаблона, то есть экспорт. То есть, смотрите, не обязательно делать сразу, например, на хостинге, на Joomla, Вашего клиента-заказчика, если он у вас заказывает лендинг, да, вы можете просто сделать лендинг, значит, у себя на локальном хостинге или просто на хостинге. И потом не переносить всю джуму целиком на хостинг клиента, а просто там быстренько на его хостинге закинуть джумлу чистую, да, закинуть гридбокс расширение и через гридбокс просто готовый шаблон закинуть. То есть вы его сделали у себя, экспортировали, а туда уже потом ему импортируете уже готовый шаблон, и он уже будет работать. И, конечно же, это расширение не бесплатно. Давайте посмотрим, сколько оно стоит. Здесь можете ознакомиться. Вот сейчас об этом поговорим. Плагины. Это самое важное, то, что здесь есть. Давайте посмотрим ниже. Смотрите, вы можете прямо сейчас скачать. Вот здесь вот видите, free тариф, бесплатную версию. Она практически там все есть. Ну, тут написано, в принципе, какие ограничения. Нет плагинов. То есть это самое важное, я считаю. Ну, нет, тем это не особо важно. Будет прописан копирайт. И есть Тариф Light и PRO. Смотрите, стоит PRO версия у нас 59 долларов. То есть для начала сейчас вы качаете бесплатную версию. Если вам понравится, по моим урокам будете смотреть, я буду в дальнейшем выкладывать уроки. Если вам все понравится, если вам сам компонент придется по душе, то потом вы уже приобретете его и. Причем вы сможете приобрести этот компонент с 50% скидкой через мой промокод. Сейчас я расскажу детально об этом. Давайте сначала посмотрим в рублях. 59 долларов, сколько это стоит. Если мы в Яндексе в объем 59 долларов, у нас Яндекс покажет сразу ниже, сколько это стоит. То есть достаточно дорого, вы можете забыть об этой сумме, потому что вы сможете ровно в половину суммы приобрести данный компонент. То есть вы поюзаете бесплатную версию, если вы решите его приобретать, то вам э, нужен промокод. Как получить промокод? Вы переходите вот на эту страницу, также ссылочка будет в описании этого видео. Это мой лендинг, я прошу просто подписаться ко мне на рассылку. То есть вы оставляете свой рабочий email и нажимаете на кнопку «Получить промокод». Подтверждаете подписку и к вам в ответном письме автоматически придет промокод которую вы сможете ввести при регистрации на сайте разработчика, да? Например, можете сразу нажать вот тут вот купить. То есть, смотрите, у нас три шага, да? Первый шаг, мы покупаем Gridbox, цена. И вот здесь вот, когда вы подпишетесь, вы получите промокод. Вот здесь вот вы проставляете промокод. И тут же цена вот здесь ниже изменится. Если вы английский не знаете, то воспользуйтесь браузером Chrome. Chrome автоматически переводит страницу на русский язык. То есть именно процесс регистрации. На форуме уже сможете задавать вопросы у разработчиков на русском языке. Ну, соответственно, сможете задать вопросы, как только вы приобретете. С моим промокодом это будет уже значительно небольшая сумма. По поводу тех, кто любит скачивать на халяву, сразу вас разочарую. Почему? Сейчас вам объясню. Смотрите, здесь есть такие так называемые плагины. То есть это дополнительный контент, который вы подключаете в ваш компонент Gridbox. Здесь вы можете видеть модули, имидж, текст, галереи. Соответственно, вот эта галерея а интегрируется, этот компонент хорошо с галереей. Именно помните, я делал курс модной, модной галереи для Joomla. То есть он интегрируется как бы родной для него, потому что разработчик здесь один и тот же. Внизу вот об этом сказано. Формы и галереи. То есть формы мы тоже пройдем с вами. Значит, здесь вот бутон. В общем, все, что нужно для создания слайд-шоу, аккордеоны, табы, все, что нужно. Таймеры, кнопка наверх, дискусс, подключение HTML-код, анимейт и даже погода можно повесить. Вот эти все плагины, они не будут у вас активны, если вы где-то скачаете этот компонент. Потому что эти плагины подключаются через ваш аккаунт на сайте разработчика. То есть, как только вы выбираете нужный плагин в админке Joomla этого компонента, у вас выскакивает окно авторизации на этом сайте. И если вы не проплатили, вы ни один плагин к себе не добавите. То есть, вот так вот здесь устроено. То есть, использовать э, в пиратском назначении да, это не получится. Поэтому сразу вас предупреждаю, не тратьте свое драгоценное время и не ищите этот компонент бесплатно. Для вас уже и так здесь все условия. Промокод с 50% скидкой это уже небольшая сумма. Но компонент того стоит, уж поверьте мне. Итак, я на этом этапе заканчиваю обзор этого компонента. Переходите на сайт разработчика, качайте бесплатную версию. Можете сами тестировать, пробовать, если хотите изучать по моим урокам, то ждите следующих выпусков. Я как можно быстрее буду их выкладывать. То есть поэтапно, по шагам я буду показывать, как пользоваться данным компонентом. На этом урок закончен и увидимся с вами в следующем. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке, молодой хостинг, это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.